И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, а также на Генезисе. И у меня есть, так сказать, прекрасная для меня, пожалуй, новость. Есть вот такая вот команда, которая... Если не забуду, я напишу в описании, но забить, я... Шанс на то, что я забуду, 95%. Так вот. Нет, да. Эта команда позволяет пройти ту миссию, которую ты начал. То есть ты заходишь на миссию, ты ее прошел. Так, к примеру, вот крути. Крути, кати и жми вовсю. Пройдена альфа. Черт побери! Поверьте мне, я много где лазил. В итоге нашел это какой-то англоязычный вопрос. Кто-то из англоязычных задал вопрос. Там был какой-то типа complete mission. Потом complete mission пофиксили. Эффекты. Прикол. Вот. Типа, эту команду пофиксили, потом появилась вот эта команда, это уже в 21-м году, Complete Mission было в начале, потом, короче, все, вот эта команда появилась, и типа, даже как вариант, я сегодня ее покажу, как она работает, почему я ее покажу, потому что пойдем мы в вулканический биом, добивать его до конца, ну, кроме заметок, не лагай, собака, не лагай, путь к вершине, просто сопровождение. Сопровождение это означает что? Это означает, что альфу я не пройду. Все легко и просто. Вот. Поэтому я вам покажу, как это работает. Работает она так. То есть ты нажимаешь, прописываешь команду. Игра как будто бы вылетела. Ну, в том плане, что у тебя появляется окошечко с ошибкой. Ты нажимаешь на ОК и... возвращаешься в игру, а там тебе уже базарят о том, что ты прошел миссию. Все легко и просто. Кстати, да, благодаря кенгурешке у меня вот такие штанишки появились. Ну, то есть миссию за кенгуру давали металлические штанцы. Теперь у меня 6158 брони. Это очень даже неплохо. Ну, а теперь что? А теперь погнали. Да, я там попытался этим пройти. Так, вулкан. Я попытался пройти огнеметом. Вот, но от огнемета такой был урон. С усиленным уроном. Там в 30 раз, кстати, я вернул свой урон как положено. Теперь мне не нужно кипер убер урон. Один за пятерых. Теперь я могу и в соло справляться, учитывая, какие мощные у меня оружие. Так вот. Даже с ним у меня там был урон от огнемета, ну, простите, извините, но полный капзда. То есть он такое говно был? Да, все правильно, я правильно пришел сюда, потому что я помню, что где-то здесь было видно. Там урон говна, ну че, отвратительный урон был. Вот я сейчас без усиленного урона с пистолета буду столько отнимать. Я надеялся, что там будет просто гипер-супер-пупер дамаг, все дела, оказалось какаха. Поэтому... Серьезно? Ну окей. Приземляемся, только аккуратненько. Ну что, вызываем Рексулю. Отлично. И погнали. Последняя вулканическая миссия. Не знаю, куда он сейчас стартанет, туда-сюда, поэтому... Сколько вас? А, семья. А, теперь я понял, что за семья. Ну, давай, погнали. Сопроводить миссия на сопровождение. Обычная, типичная миссия на сопровождение. Я их закусить не могу. Это очень хорошо. Это означает то, что я могу вот так идти и... мочить, глушить и все дела. Да, это урон усиленный, так как... это гамма.
Ну вот, я думаю, вы понимаете, что это усиленный урон именно из-за этого. Они бы еще бы мне не мешали. Отлично. Пошли вон. Не мешаем. Очень хорошо, что они подходят спереди. Я очень надеюсь, что так и будет продолжаться. Что они будут только спереди идти. Здорово, это что такое? Это что там, вулкан что ли бабахается? Что за камешек такой бомбанул? Я что, опять не вовремя, что ли, пошел миссию выполнять? А вроде нету извержения. Что за фигня была? И големов не вижу, чтобы они здесь как-то тусили. Так, ну-ка, разойдись. Дорогу. VIP-персоне. Ах. Где это видно? Рекс сопровождает паразавров. Ну ёб твою ж за ногу, а? Иди к контрольному пункту, вон там. Мать вашу! А, это контрольный пункт, что ли? Ну, добрый вечер. Сейчас будут контрольные пункты, чтобы взрывались. О, братва! Это... Пошли вон! Вы что там, внутрь что ли сейчас пойдете? Ну там же небезопасно. Стоять! Придурки! Там лазавр! Уйди отсюда! Да, я специально не врубаю интерфейс, все дела, вот это вот и все. Ну а вдруг я, короче, тут какую-то картинку себе придумаю. Слышь, десантура? Вы что, оборзели, что ли? Вот козлы оборзевшие. Слышь, я тебе сейчас жопу сам укушу. Ты братана не трожь. Ага. Он вообще-то под моей защитой. Вот этот паразавр всю картину испортил, козел. Ну-ка, паразавр, иди отсюда. Так, братва, куда идем? Иди к контрольному пункту, вон там. Бляха-муха, я опять забыл, что это контрольный пункт. Я реально... О, слышь! Ты кого там кусаешь, гнида? Вот десантники недоделанные, а? Пошли вон! Мать вашу! Да. Я сейчас вам устрою. Козлы. Еще не перешагну через эту мелочевку. Давай. О, смотри, какой хорошая картинка. Какой хорошая картинка, да? Давай! Фу, успел. Я думал, сейчас в камешке застряну и все, кирдык. Вот там снизу и бегай. Так. Отстранись, разойдись, не мешаем. Здесь не на что смотреть. Хоть здесь сверху спать не могут. Вот. Жизнь дорога, ты это красава придумал. Я сказал, жизнь дорога. Да ты же жиробас! Стоять! Ублюдки, мать вашу. Так, ты отойди отсюда. Отойди, сказал, отсюда. Дурной! Дурной, дурной, дурной. Козел, 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 козел. Слышь! Животину не трожь! Мать вашу. Вот ж козлы. Устроил я что-то побоище. Так, отстранись, разойдись. Здесь не на что смотреть. Так, 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 так. Засаду, ну, захотел устроить, а? Смотрите-ка на него.
Алло, мы чё? Я чё вам тут это? Этот что ли? Как там? Гид? Прекрасное путешествие для вас и вашей семьи. Вы паразавр. Если вы паразавр, мечтающий попутешествовать по прекрасным вулканическим местностям, то Рекс Тим поможет вам пройти... А, ёб твою ж, бляха-муха. Поможет пройтись по нашим вулканическим местам. Вулканические места. Только здесь вы почувствуете, насколько вы не в безопасности. Пошли вон! Разойдись! Вот стой там нафиг. Замедляется он. Это то, что мне нужно. Я специально слазил с седла, короче, чтобы они сагрились на меня. Но они не сагрились на меня. Разодись. Дай укушу за жопу гадину. Так, красавы. Не, хоть что-то был плюс, что я об них запнулся. В том плане, что я дальше-то не вышел. Еп! Пошли вон! Он замедляется, как будто потерялся или вроде того. Слышь! Ты кого там трогаешь, тварина? Да ты... И ты отойди! Все отошли нафиг! Ай-ю! И после этого вы, короче, такие... Понятно. О, вот эта последняя точка, короче, самая жесткая будет. Слышь! Неудобно же! Так! Мамку не трожь! 100% бать первый же. Так, это батя? А, не, наоборот. У них не как у волков, типа? У волков, типа, это... бать первый всегда идет. Ну, хотя у волков, у стаи волков, там и сзади тоже идут эти... О, во-во-во, точка! Э! Слышь! Летун, я тебя сейчас устрою. Так, ну ты, короче, жирный. Последний контрольный пункт. В смысле, еще не все? А, нет, все, по ходу дела. Конец пути, и мы целы и невредимы. Ну, я бы не сказал, что невредимы. Ага. Так бы то ни было. Так, ну что мне дали? Что мне дали? Ничего. Пошли обратно миссию выполнять. Так, ну бетка, я точно могу сказать, будет тяжелая. Бетка будет тяжелая, так как Рекс, черт побери, неповоротливый. А здесь маневренность очень важна. Ладно, я примерно теперь понимаю, что мне нужно делать. Вы поняли, да, мою мысль? А если не поняли, то это реально было. Сопроводи паразавров, покажи им местности. Они семья паразавров захотела попутешествовать. И ты им показал местность. Вон там точка финишная. Какие ж они козлы. Все, что могу сказать по этому поводу. Какие ж они козлы. Еще те паразавры. Ай.
Но жопа у меня чуть не сгорела. От гаммы, от гаммы. Один? Два. Вы что, в одной точке? Два? Да. Фак. Он замедляется, как будто потерялся или вроде того. Ну, спасибо. Ну, спасибо, что забагалась, козлина. Отменить миссию. Ну, вы сами видели. Он просто тупо исчез. То есть, два не заспавнились, два заспавнились, но появился только один, и потом... Оп! Исчез. О! Вот все братаны. Погнали. Слушай, короче, давай без путешествий. Ты идешь вот туда, и мы заканчиваем это. Нет? Ну ладно, что сопроводить, так сопроводить. Иди нафиг. Так, я же бету запустил, нифига себе, а что такой большой урон? А, ну да, это ж обычный урон. Это там же был по 60. Так, постарались, разойдись. Все хорошо. Но они очень много урона вносят в паразавров. Да пошел ты, кослина! Ох, вы жирные, мать вашу, ублюдки. Вот это прям отвратительно. Они просто, когда сбоку подбираются, ты тупо ничего им сделать не можешь. Это, конечно, тупость. Он замедляется. Это тупость. Я, ну, в смысле, я туплю, я не знаю, что вот, вот такие моменты делать. Так, что, мы сейчас направо пойдем? Или прямо? Сейчас серьезно, мы идем прямо. То есть мы сейчас идем прямо, и в этом вместо того, чтобы пойти по прямой, мы, короче, так. Вот, вот про что я говорю, типа такая прям конкретная проблема. Они нападают сзади по бокам, и это прям очень крайне неудобно. И вот что эта тварина побежала прям через всю стаю туда. Черт ее знает. Но это прям сильная проблема. Слушай, я прям не знаю, что делать. Здесь типа на двух рексах тусить, чтобы там... Не, в двух бы играть здесь вообще было бы изи-бризи. То есть один сзади идет, другой спереди идет. Все прям... Нефиг нафиг. Даже альфу, я думаю, было бы легко пройти. Но тут вы сами понимаете, что жопошная жопа чутка. Так, ну-ка все разошлись. Никто не мешается, все расходятся. Пошли. Задницу. Хватит за хвост. Ай-яй-яй-яй-яй. Не достаю. А, мы сейчас пойдем направо, то есть вот там это конец, финиш, а они идут туда. Ну, класс. Условности, мать вашу. Нет бы хотя бы по-человечески сделать, ну хотя бы... Хотя бы не по тому маршруту возвращаться. Тоже как-то тупо. Так, здесь я... А, не, нормально. Фу, слава богу. Здесь я помню, здесь сверху падают. И это прям очень сейчас будет проблемка. Учитывая, сколько хп. Вот здесь, по идее, же главное хотя бы одного довести, так что там вообще пофиг, да? Ну, блин, для меня было бы прикольно, если бы всех довести. Ну, как бы, типа, это... Так, хорош малого трогать, тварь. Почти дожрала, овца. Бесячая собака. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не знаю, откуда ждать. Ну, по идее, сейчас отсюда начнет падать. Так, где? Вперед! К следующему контрольному пункту. Угу.
Ну, это пердос. Я просто-напросто не мог достать этими лапками, зубками. Ну ты серьезно? Откуда ты из-под перды вылез, блин, собака долбаная? Ай-яй-яй-яй. Ну, минус один, это понятное дело, да, там как бы насрать, вот, хотя бы одного довести, и уже будет хорошо. Но, блин. Иди к контрольному пункту, вон там. Обидно? Обидно прям, чертовски обидно, что не получилось. Ну, блин, камон, тут бы и не получилось. Соло как бы это тебе не хухры-мухры. Слышь, я тебя сейчас за морду укушу. Вот ты, собака бесячая. Где ты, козел? Ой-вей! А, вон где эта тварь упала. Это хорошо. А, до сих пор валяются страйки. А, это ж по рапторам, по морде, когда им попадаешь, там двойной-тройной урон идет. Думаю, хищники учуяли нашего друга. Это понятное дело, что учуяли. Главное, чтобы из-под перды не вылазили, в смысле сзади. Вот стой там нафиг. Он замедляется, как будто нет. Я думал, сейчас упадет. Вот серии ты, конечно, вовремя момент ты выбираешь. Тогда когда нафиг не нужно. Ты выбираешь, что вот сейчас нужно посрать. Благо там никто не нападал. Ух, успел. Как ты вовремя перезаряжаешься? Так. О, перезарядился, отлично. Ну, конечно, там урон говна. Стоять. Не подходи. Стой, скотина! Ну там просто жопой разворачиваться, это было бы еще дольше. Ну здорово! Понавылазило-то сколько вас, а? На него нападают, мы должны помочь. Такс, минус, минус, минус. Почти все минус. Ну там просто, понятное дело, стайка налетела, а я был повернут не той жопой. Так, но хищников я не вижу. А это значит что? А это значит, что одного да хотя бы довез, это хорошо. Блин, довез бы троих, но вот такая получилась жопа в том плане, что... Отойди. Вот, что, ну блин, ты серьезно? Тебе лёхонький, давай иди уже на место. Так, вот ты меня бесишь. Так, не подходи. Птичку надо захавать. Ой-ой-ой. Последний контрольный пункт. Ну ты и козлина, короче.
Ну? Тест завершён. Отлично. И твоя животинка цела. Так что зачем тебе? Одна целая, и на том хорошо. Так, что мы здесь получили? О, седло на Васю. Седло на Бубу. Бельзебубу. Топорики. Ну, топорики-то мне, по сути, не нужны. Ну, хотя, пускай будут. Пускай будут. Почему бы нет? Ну, так, да. Так. Фиганюшня, фигнюша. Так. Погнали обратно. Сюда же, да, бежать на миссию? А мы тут спускались. Или не сюда. И мы здесь спускались. Да, вон там миссия. Вот такая вот жопопень. Ну, альфа я точно не пройду. Это я прям уверен на 100%. Поэтому покажу, как работает эта команда. По сути, можно даже делать сейчас. Прописываем. Игра у меня только сворачивается. И все. То есть вот. И тем самым эта миссия у меня становится пройденной. То есть для локалки, да, это очень даже норм тема. Потому что, ну, а по-другому некоторые миссии ты и не пройдешь. О, зато дробаш прикольно получил. И вот еще топоридзе. Получше. Вот как-то, собственно, так. Наверное, есть смысл записать отдельное видео про вот это вот только как, но не знаю, буду я писать или не буду. Там будет видно. Такие вот дела. Ну, а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Скоро закончится Генезис. Кстати, что там у нас по миссиям там осталось-то? По миссиям здесь заметки только пройти. Здесь у нас это непроходимо раз, ну, то есть одна только миссия. Здесь у нас два. Так, это непроходимо. Три. Ну, три миссии. Здесь, две здесь. И все. И заметки все отыскать. Такая вот фигня. По сути, чё? Короче, серии 10, и мы закончим Генезис, я надеюсь. Я не знаю, это самая бесячая карта. Кошмар. Ладно, на этом уже точно все. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно, делиться моими видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Всем пока.